Совещание губернатор провел в Сочи. На видеосвязь вышли руководители всех районов края. Накануне в Геленджике прогулочный джип с туристами сорвался во враг. Есть пострадавшие, в их числе и дети. Летом этого года на Кубани приняли закон, который регулирует организацию автотуризма на маршрутах повышенной опасности. Вениамин Кондратьев поручил усилить контроль за исполнением всех требований. В Краснодарском крае четкие и жесткие правила, регулирующие рынок предоставления экстремальных услуг. Закон регулирует требования и к водителям, и к автотранспорту, и к маршрутам, по которым возят туристов. Любой вид, в том числе услуг, курортных, экстремальных услуг, они должны способствовать тому, чтобы популяризация того или иного курортного города, конечно, только росла. И за безопасность и здоровье отвечаем мы, коллеги, все, кто сегодня в этом зале и кто находится в студиях муниципальных образований. Еще одной темой заседания стала противопожарная безопасность. Из-за высокой температуры возрастает угроза возгораний. Самая неблагоприятная обстановка с природными пожарами сложилась в Темрюкском, Северском, Калининском и Выселковском районах. В Анапе за один день выгорело 4000 квадратных метров полей. По поручению главы региона ведется постоянный мониторинг ситуации. В режиме повышенной готовности все ответственные службы края.